Принятие закона о государственной границе ПМР Комитет государственной безопасности добивается уже более 10 лет. По утверждению представителей ведомства, такой документ жизненно необходим стране из-за непризнанности. Государственная граница – неотъемлемый атрибут страны, а наличие подобного закона предусмотрено Конституцией. Законопроект регулирует правовые, экономические и организационные основы пограничной деятельности, закрепляет полномочия государственных органов исполнительной власти, отражает значение государственной границы как важнейшего конституционно-правового института, выражает принципиальную позицию государства в обеспечении суверенитета, независимости и территориальной целостности. Закон разработан с учетом гармонизации приднестровского законодательства с российским. Члены правительства утвердили представленный документ. На президиуме также одобрили указ о повышении тарифов на энергоносители для промышленных предприятий. Оно произойдет с 1 июля и коснется в первую очередь газоснабжения. Это связано с необходимостью минимизировать разницу между ценами на покупку и продажу газа потребителям. Сегодня один кубометр голубого топлива обходится Приднестровью в 388 долларов. Потребителям внутри республики оно продается по 75 долларов. Увеличение коснется газа, услуги по газоснабжению, это до 7%. И, соответственно, оно касается потом услуги на электроснабжение, так как у нас Молдавская ГРЭС вырабатывает электричество на газе. И это увеличение не будет более 8%. То, что опять для промышленных и прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций и населения. Пользуясь льготными условиями, зарабатывая деньги, бизнес-структуры некоторые просто выводят наглым образом отсюда деньги, заработанные на наших внешних долгах. Подорожают и услуги теплоснабжения. Увеличение тарифа будет незначительным, всего на 1%. Однако это коснется и населения. Новые расценки вступят в силу только после подписания соответствующего указа президентом. Андрей Малеван и Егор Бекерский, Первый республиканский телеканал.